Hey yo guys, с вами Шамик, и мы сегодня поиграем в игру под названием Sonic Mania. Это, по-моему, ремастер игры Соника, и тут включается все самое лучшее из Соника. Так, давайте возьмем Соника и лисичку этого. Тут еще есть просто Соник, просто лисичка и Наклз. По-моему, если я не ошибаюсь, его зовут. Да, давайте за них сыграем. Типа нас переместил в какую-то вселенную или что? Аля, они убежали. Так. Green Hill. Зеленые холмы. Или зеленые горы, как правильно, я не знаю. Так, ладно. Только не знаю, вот поскольку будут длиться серии, потому что. Я думаю, типа, убить босса и все, и закончить серию. Или это будет очень короткое тогда видео. Ну, а сейчас посмотрим. Так. Пока что все идет нормально. Мы просто бежим вперед и все. Тихо. А, да, вот ты еще летать можешь. Ай-яй. Только я не пойму, как им летать. Опа, кондишка есть. Так, крабики, они, по-моему, шариками красным пуляют. И... Ох, колечко, это этаж. А, это изумруды? А я не помню в оригинальной такое. Так. Я в оригинальном только помню этот. Где типа крутится какое-то колесо. И мы внутри него, это мы должны были врезаться в эти. В стены, что ли. Так, мне, как я понял, нужно робота того с изумрудом догнать. Монета — это время у меня. Хорошо. Так, это ускорение. Ай, не подобралось, ладно. Это можно было, похоже, сократить дистанцию. Да, мы сейчас и так догоним. Ай-яй. А монетки-то мне надо. Давай, давай, давай. О. Давай, 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 сейчас догоню. Все, догнал. Так. Мы получили изумруд хаус один. Похоже, нам нужно их 7 штук собрать. Хорошо. Так, у нас же еще есть одна карта. Это. Кантишка. Сто монет. Так, так. Стоять, я еще там что-то разве подобрал? Оп, тихо, тихо! Ай-яй-яй. Вот что нужно было, хотел я забрать. Смерти. Так, это первый босс. Раз. Два. Три. Четыре. Ай! Четыре. Пять. Нет, 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 одно колечко, одно колечко. 5, 6. 6 ударов? Блин, нужно еще было подпрыгнуть, интересно, мне давали бы дополнительные очки или нет. Ну, почти 2 минуты. Блин, а что у нас дальше? Зеленые холмы, зона. Тоже зона. Только акт 2.
Я не знаю, может давайте тогда по актам. Типа это до конца пройду, акт. И конец серии. А. Я помню, просто в оригинале там эти фигнюшки тоже куда-то телепортировали. Тихо. Вот. Тихо. Поехали. Да. Только они... Вот, по-моему, за это тоже давали изумруд. В оригинале. Я играл, по-моему, в первую и во вторую часть, или третью, не помню. Там еще Наклз был. Ребят, напишите, короче, в комментариях, какая это была часть с Наклзом, где Наклз появляется. Так. Ага, мы ускоряемся. Я забыл, что оно здесь... Ладно. Так, тихо. Кольца. Так, с огнем. Серьезно? Ладно. Пой. Ай, там бонус, там водичка есть. Водичка и кольца. Так, тихо, вон. Раз, два, три. Ой. Ага. Похоже, тут все. Да. Босс. А я не помню, что здесь босс делает. Это он бомбы кидает. Мне его типа в голову нужно бить или что? Ага, это он дрель пускает, хорошо. Ой. Зараза. Колечки. Ай-яй-яй. Повезло. Так, тихо, колечки, два кольца. Так. Так, мы убили победили роботника и получили... Ну, быстрее освободили животных. Так, мы, получается, за ним спрыгнули, что ли? Так, катсцена. Так, у нас опять куда-то телепортнуло. Типа, да. И да, это планета машин, по-моему. Это у нас уже вторая, следующая зона, поэтому давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, друзья. Пока.